Всем привет, ребята! Сегодня я еду на Десногорское водохранилище с поплавочной удочкой. Знаю я там пару уловистых мест, но туда я не поеду. Знаете почему? Там народу один на одном. Там просто надо плечами всех расталкивать, чтобы встать и половить рыбу. Ну, вы, наверное, представляете, как это будет выглядеть, если я туда протиснусь и буду снимать это все на камеру. Народ у нас дикий, будет смотреть как на дебила полного, поэтому я поеду вообще в такое место, где, ну, не так много народа, а поеду я вообще на дамбу, ну, вернее, на набережную в самом Десногорске, в городе. Сяду там на бетоне, закину поплавочку, прикормлю. Будет клевать, не будет, фиг его знает, да и в принципе пофигу. Просто еду на прогулку. Ну что, приехали, лезем искать себе место, где сесть. Первый раз я тут поплавочкой, понятия не имею, где ловить, на что ловить, кого ловить. Да без разницы. Сейчас тропинка нас куда-нибудь выведет. Воду видим, тропинку видим, значит, тропинка идет к воде. Вышел я прямо на набережную, и вот здесь вот в самом начале, пожалуй, я и сяду. Глубина тут небольшая, придется подальше закидывать. Ладно, разберемся. Попробуем тут сначала. Будет клевать, тут будем сидеть, не будет. Куда-нибудь в другое место отойдем. Я тут сегодня всего с собой набрал. Кукурузка, бондюэль, мандула, ну, мастырка гороховая, опарыши, червяки, еще батон есть. Ну, начнем, наверное, не знаю, попробую с мастырки гороховой. У нас она мандулой называется. Вот такая вот штука. Начнем с нее. Что-то на мою гороховую мастырку ничего не происходит. Оденем опарыша. Может, он тут больше в моде. Если на опарыша ничего происходить не будет, пойдем куда-нибудь дальше пройдемся. Народу вообще нет. Но это с одной стороны хорошо, никто не мешает видосик снимать. Ну а с другой стороны, если нет народа, возможно, тут нет рыбы. Вся рыба где-нибудь в другом месте. Что-то мне там не понравилось. Решил я отойти куда-нибудь в другое место. Поинтересней. Вон местный рыбак идет. Может, он знает что-то интересное. Ну что тут? Клюет тут что-нибудь вообще? Я на поплавок. А вы на пикер? Ну, да, как спиннинг. Ну, со дна. Поговорил с дяденькой. Дяденьку пришлось из видео вырезать. Дяденька без мата не умел разговаривать. Направил он меня вот сюда, говорит. Иди к яхт-клубу. Тут, говорит, ловят. Ну, тут, смотрю, глубина побольше. Может, тут какая рыбка и будет. О, пока с вами болтал, там у меня дикий рыб повис. Какая жирная уклейка, смотрите. О, фига себе, давно я таких уклеек толстых не видел. Такие толстые уклейки в Мордовии последний раз клевали на реке Мокша. Хе-хе. Ну ладно, тут тогда и будем сидеть. Сейчас прикормим. Глядишь, и кто-нибудь съедобный подойдет. А уклейка
Я даже пакет никакой не брал. Ловим. Ну чё, прикольно я тут устроился. Удобненько, тепло, солнышко. Рыбсики какие-то клюют. Надеюсь, плотвички и подлещики подойдут. А не только уклейка будет. Вот интересно, если кто-то серьезный клюнет, как я поднимать буду. Тут 2 метра. Поднимать нужно. О, видите? Сачка нет. Ну, конечно, это я размечтался, что кто-то клюнет большой. Ну, а таких 200-300 грамм мы и так подымем. Кто у нас там жирная уклейка? Да, лучше всего жрут опарыша. Мастырку попробовал, кукурузку. Что-то как-то они равнодушно к этому всему относятся. А вот опарика хавают сразу. Ну, уклейки. Уклейки это не то, что хотелось бы. О, какие уклеечки откормленные. В принципе, можно было бы на таранку их набрать. Но я даже пиво бросил пить. Да и сушить мне негде, у меня балкона нет. Поэтому будем просто ловить и отпускать, кайфовать. Погода хорошая, рыбка клюет. О, первый суперлещ, или это густерка. Кто опытный? Пишите в комментариях, лещ или густерка. О. Котов никаких нету. Так бы хоть котов покормили. Ну что, наверное, подкормим. В надежде, что какая-нибудь другая рыба подойдет, кроме уклейки. Ну что, рыбсиков закормили. Будем ждать, пока кто-нибудь подойдет. Одел кукурузину и буду ждать, пока до нее кто-нибудь пожелает клюнуть. Надеюсь, это будет не уклейка. Поклевка на кукурузину, ребята. Как и ожидалось, латвичка съедобная. Хе-хе. Вот именно за этим зверем я сюда и приехал. В аквариум. Этих возьмем, пожарить можно. Долго я ждал. Ну это, ребята, окунь. И причем на эту самую, как ее, на кукурузу. Забагрился. Просто забагрился окунек. Я думаю, что у меня не клюет. А тут окуни подошли. Разогнали мою жирную плотву. Надеюсь, это моя жирная плотва. Я офигею. Окунь кукурузу жрет. Ребята. Окунь обнаглевший. Жрет кукурузу в наглую. Ну это как? Я офигеваю. Я-то его тут на спиннинг ловлю. А он тут травоядный окунь-то. Вали. О, кукурузу сожрал. Совсем дикий. Кто там нашу кукурузинку съел? Латвичка.
но небольшая. Пустим в аквариум. Вот меня, ребята, что удивляет, вот десногорские пацаны живут прямо на водоеме, можно сказать. Из окошка видно. Никого нет на набережной. Вон там один мужичок с фидером сидит, и все. Никого. Не надо им это никому. Может, они где-то жирную рыбу ловят, может, что знают. То, чего я не знаю. Ну а так вот, смотрите сами. Вышел 5 минут из дома, из подъезда, как вышел. Садись и лови рыбку. Вон она плещется. Белой рыбки тут хватает в Десногорске. Вот с хищником тут стало не очень. А белой рыбки хватает. Запрет, не запрет. Сел вот на бетонные плиты. Чистенько, хорошо. Сидишь, ловишь рыбок. Кайф. Вроде как хорошая плотвичка. Окунь. Ребята, окунь. И не дохлый. Смотрите, какой окунь у нас жрет кукурузу. 250 грамм окунек. Ха? Прикольный товарищ. Кукурузу любит. Вегетарианец. Утка, иди отсюда. Не пугай мою рыбу. У меня тут крупняк только собирается. Кыш отсюда. Иди отсюда. Кыш, блин. Машет она тут своими лапками. Ну что, плотва или опять окунь? Ха, опять окунь, ребята. Опять окунь. Я так и видос назову. Окунь на кукурузу. Такого еще не было. Опа. Одел гороховую мастырку посмотреть, кто на нее будет клевать. Ну, плотвичка небольшая. А. Аквариум. Опарыша лучше не одевать. До земли не долетает. Его съедает уклейка на лету. Так, кто-то у нас съел окунь. Окунь у нас кукурузку любит есть. Одни окуни клюют. Кукурузу одни окуни жрут. Да? Утром я говорил, что народу нет. Начали собираться потихоньку. Так, ребята, на кукурузу клевать перестало. Переходим на уклеек. Вот оно, зверье. Тут дяденька попросил уклеечек ему поймать. Сейчас наловим.
что-то уклеек ловить надоело. Сейчас попробую еще раз половить плотвичек на кукурузу. Может, подошли. Не подошли, так домой поедем. Что у нас тут наловилось? Сейчас мы в пакетик сложим. Дяденька потом подойдет, заберет. Вот у нас что наловилось. Залази в пакетик. Ничего крупного не было. Вот плотвичка вот такая вот поймалась. А это все мелочь. Много мелких выкинул, отпустил. Но это потом вот товарищу малявочек подловил. Не знаю, может, у него кошка есть или зачем они ему надо. Поеду домой. Вот такая вот у меня рыбалка сегодня получилась. Ну, в принципе, интересно было. Ну, недолго. Читайте описание под видео. Всем пока!